Всем привет, с вами Данил, и сегодня будем проходить карту. Продолжать прохождение карты. Блин, я там зашел. Начинаем. Остров в море. Так, вот. Надеюсь на то, что я поспал. Так, сейчас мы добудем немного камушка. Ладно, 5 камушка хватит. Сейчас мы пойдем. Не хватает на лодку. Ну, хватает на палки. Так, так. Где у нас верстачок, любимый верстак? Вот тут печь, железо. Так, делаем палки. Что у нас тут? Стулья. Как я помню, тут было где-то железо, вон оно. Я все сломал. Это фигня. О, все. Воздух и назад. Окей. Так. Мне все дерево тратить. Так. Попробовали. Ну блин, взял себе еще не меньше него. Ну ладно, на запас. Поплываем, подплываем, тратим. Вот так. Но вам пока что нам хватает. А, очень разбились. Пойдем выкопаем эту землю.
И вот она надоела. Железом. Ну ладно. Ладно. Ну, блин. Отдельно еще дерево, блин. Так, где-то 7 минут. И на этом я закончу свою серию. Не знаю, но все задания выполнили. Там найти двигатель, найти все сундуки. Вон двигатель мы там нашли. Это типа маячка, что ли. Сделать источник, генератор камня, сделать ферму, фитилинг джека, сделать печку, кровать. Там всякую фигню, короче. Все, наверное, на этом все. Пошли эту карту, можно так сказать. Очень быстро, за 2 серии. Не знаю, что еще сказать. Даже весь уголь не потратили, не выкопали, который тут был. Так, теперь выкопали. Но это уже, когда уже мы что-то не сделали. Теперь складываем все. Буль. Карасики и буль. Буль-буль-буль, карасики. Так, ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь здесь, комментируйте. А, еще сделать бесконечный источник воды. Комментируйте. Всем пока.